эфире программа «Космополит» видеоверсия. Мы ранетки, а у нас в гостях ведущие Виктория Боня и Стас Пьеха. И далее в программе. Я хочу представить вам этих дарований, а еще Женя, Наташа, Лена и Петя. Так вы узнали, как говорится, группа «Ранетки» у нас в гостях. А я бы хотел задать вопрос, хотел бы стать народными артистками, и как ему представляется на творчество лет через 20. На какой-то передаче нам представили песни, я, например, не сделала. Да, то есть не обидим в том месте. А вот это не Паша. Посмотреть, как музыка справится. Паша, да, что справится? Да, что любит. Художественный пляс. Я раньше танцевал. Шкаф ее забегает. Тихая. Спокойно. А ты не хотел, слава богу, ты пришел. Ну, нормально.